Вы не могли бы поделиться своими мыслями и впечатлениями о фильмах Джозефа Лоузи «Слуга» и «Ева»? А, ну, давайте все-таки про, про «Слугу», потому что э, он гораздо все-таки ярче и весомее. А, ну, помимо того, что психологическая драма гениальна, все мы понимаем, да. Но вообще вот эта идея зависимости личности от слуги, от помощников, от... Интересная тема вообще. Да, ну неважно. Что касается художественных средств выражения. Это какой-то вопрос, что это какой-то прямо тревожный вопрос. Продирка Богарта. Знаете, я вам скажу так, режиссеры, они делят, делятся тоже на какие-то, ну, на специализации. Висконти – это душеприказчик Европы, эстет – это фреска и размах античный. Пазолини – это, это грубая красота, и это эпос Пазолини. Антониони – это интеллигентное, отстраненное такое размышление лоузи лоузи везде в том числе в слуге ему вот интересно исследовать психологию как она есть сложнейшие катастрофические душные ситуации и ощущение поведения в них человека это очень сложно интересно здесь у него конечно смычка есть э Туда идет с Бергманом, но Бергман у Бергмана, вы знаете, там такая манера и такой масштаб, такой размах и так долго, что вот он Бергман Лоузи менее известен, но так или иначе, вот я бы сказал по как это по текстуре, по по структуре построения психолог, психологизма Лоузи даже даже ну как сказать тоньше тоньше и меньше зазоров. То есть это прямо вот выстроено, это выстроено так э, идеально. Э, и режиссер — это не только сюжет. Вот вы хотите про слугу, да, про то, как значит, он становится, ну, полностью подчиняется, да, слуге. Э, это сюжет, это метод рассказа о том, что интересно художнику. Метод рассказа о психологической ткани, как кому-то интересно там эстетическая ткань, кому-то интересно юмористическая ткань, кому-то просто постоянно напряженность там, как Шаброль, вот этот вот детектив-триллер и так далее. А, я бы вообще, вот мы сегодня об этом говорили, кстати, смотрите, мы сегодня говорили, когда про Висконти и Пазолини, а, ну, смотрите, вот вроде бы разные совершенно фильмы, да, у Висконти можно называть, ну, вот, Легато Пардо и ну, совсем другой нереалистический значит, рок его братья. Но они же об одном и том же, об эстетизации. Так и здесь. Уберите, смотрите, вот такой прием хитрый. Уберем название из фильмов Тарковского, Рязанова, Параджанова, Шаброля, Гадара. Уберите название. И вы получите абсолютно единую структуру, которая их интересует, потому что именно одна соответствует их внутреннему миру. И вот насколько она вам интересна, вот вы дальше выбираете сами. Но я повторяю, вот такой прием. Обсуждать какой-то один фильм, я бы не один фильм обсуждал, а сквозное. Как не сюжет, а как метод, стиль, задача, образы из одного переходят без границы, без членения. Это продажная стоимость членения в другое. Вот так. А Лоузи, ну, конечно, это выда выдающийся, талантливый, да.